Торжества в честь дня рождения Волжского продолжились в филармонии. Здесь прошла традиционная церемония вручения городских наград самым заслуженным волжанам. День города чествовать перед веков ветеранов в Волжском уже традиция. Но этот вечер особенный, юбилейный. Он собрал культурную, производственную, медицинскую элиту Волжского. Они продолжают традиции первостроителей и своим трудом прославляют родной город в самых разных отраслях и сферах. С 60-летием Волжского всех поздравил мэр Игорь Воронин. Мы должны всегда не забывать, мы должны всегда уметь, мы должны всегда стремиться к тому, чтобы говорить слова благодарности тем людям, тем нашим жителям, тем нашим близким, товарищам, единомышленникам, кто вкладывает в город жизнь, душу, сердце, отдает себя сполна города, потому что, ну, это самое главное. Жизненное кредо волжан – работать с душой и полной отдачей. В честь 60-летия Волжского заслуженные люди города, которые внесли большой вклад в его развитие, удостоены званий «почетный гражданин Волжского». Среди них известный краевед Тамара Башлыкова, герой России Валерий Ростовщиков и руководитель эстрадно-симфонического оркестра Виктор Девочкин. Я привык работать, потому что люблю свою работу. Я каждое утро просыпаюсь, и мне хочется идти на работу. Просто до сумасшествия. Вот хочу работать. Волжане не только умеют работать, но и интересно отдыхают. У каждого есть свой любимый уголок города. Специально к 60-летию Волжского был приурочен фотоконкурс «Семь чудес города». Его победителем стал Владимир Щербин. Волжан впечатлили его городские зарисовки. Фотографии для меня – это как смысл жизни. Не знаю, хочется показать жителям города, насколько наш город действительно красив. Вот, и необычайно. На торжественном собрании в честь юбилея города были отмечены и лучшие городские общественные организации. Они получили юбилейные муниципальные гранты. Светлана Аликбарова, Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».